Одежда и обувь на все сезоны, сумки, чемоданы, аксессуары, полотенца, постельное белье и еще сотни товаров. Все это можно найти в магазине «Эдди Санс». Площадь торговых залов – 1000 квадратных метров. Здесь одеться, как говорится, с ног до головы могут дети и взрослые, мужчины и женщины. Купить можно все – от простой футболки до строгого костюма и элегантного вечернего платья. Их здесь могут подобрать и юные принцессы. Широкий выбор весьма актуален в преддверии новогодних праздников и детских утренников. Преимущество в том, что здесь люди могут приобрести товары для всей семьи, то есть от самых маленьких, то есть детишек до года, до самых взрослых. То есть одеться, обуться всей семьей, приобрести необходимые аксессуары и по довольно приемлемым ценам. В магазине «Эдди Санс» сбудется мечта тех, кто не любит тратить много времени на покупки, ведь приобрести можно все и в одном месте. Свитера и платья, футболки, спортивные костюмы, брюки и джинсы, юбки любой длины и фасона. Есть как классические модели, так и супермодные. С наступлением холодов сочинцам и гостям курорта придется по душе богатый выбор удобных пуховиков и элегантных пальто. Ну а спрятаться от дождя помогут яркие зонты. Такие трости, например, сейчас на пике моды. Зонт складывается мокрой стороной вовнутрь. Очень практично. Одним словом, в магазине «Эдди Санс» есть все для приятного шопинга. Магазин очень понравился, много выбора интересного, который мне нравится, молодежное, все интересно, подобрала себе платье. Качество, главное, очень хорошее. Я довольна. Обувь заслуживает отдельного внимания. Здесь есть ботинки и туфли на любой сезон, босоножки, сапоги, элегантные лодочки и ультрамодные кроссовки. Цена на модели от 300 рублей. Вообще в магазине «Эдди Санс» супердемократичные цены. При этом качество товаров весьма высокое. Ну а штатная швея поможет тут же на месте подогнать понравившуюся вещь по длине и размеру. Магазин «Эдди Санс» ждет своих покупателей на улице Конституции 26А. Работает без перерыва и выходных с 10 утра до 8 вечера. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.